Президент подписал постановление о внедрении системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов внутренних дел зарубежных государств в Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. Документом предусматривается дальнейшее совершенствование данной деятельности. Создается факультет по работе с зарубежными кадрами. Кроме того, ежегодно не менее 10 сотрудников профессорского преподавательского состава Академии будут проходить стажировку в ведущих зарубежных образовательных учреждениях. В последние годы в сфере законодательного регулирования деятельности правоохранительных органов произошел ряд кардинальных изменений. Одним из важнейших событий в истории Узбекистана стало принятие закона об органах внутренних дел, который обеспечивает единую нормативно-правовую политику в отношении МВД. При этом уделяется большое внимание работе на низовом уровне, в махаллях, с акцентом на профилактику правонарушений. По инициативе руководителя страны приняты меры по преобразованию органов внутренних дел в народную профессиональную структуру и ориентированию их работы на более тесное взаимодействие с населением. По исполнению задач, поставленных главой государства, в 14 регионах страны профессорско-преподавательским составом Академии МВД на основе научного подхода создана методика каждой территории по профилактике преступности и правонарушений. На местах внедряется новый метод работы. В рамках соответствующего постановления президента от 15 апреля 2021 года в Академии организована двухступенчатая магистратура по подготовке руководящих кадров. В 2021-2023 годах на основе данного документа подготовлены научные и учебные литературы в количестве 323. Единиц. Опубликовали 991 тезис и 703 научные статьи, направленные на дальнейшее развитие сферы. На сегодняшний день магистратура служит подготовке профессиональных руководящих кадров для органов внутренних дел страны. Между тем, отдельное внимание и передовому зарубежному опыту. Внедряются современные методы и механизмы, обеспечивающие дальнейший рост, исходя из требований современности. Процесс этот немыслим без основанной на передовом опыте системы подготовки кадров. На эффективное решение намеченных в этом плане актуальных задач дальнейшее совершенствование данной деятельности направлено постановление главы государства о внедрении системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов внутренних дел, полиции, зарубежных государств в Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. Постановлением предусмотрено внедрение в Академии МВД со следующего учебного года системы подготовки кадров органов внутренних дел зарубежных государств. Согласно документу, подготовка зарубежных кадров по программам бакалавриата, магистратуры и послевузовского образования будут осуществляться в очной форме, а по программам переподготовки и повышения квалификации в очной и дистанционной формах. Следует также отметить, что постановлением предусмотрено осуществление мероприятий по развитию связи в культурно-просветительской сфере, укреплению атмосферы межнациональной дружбы и солидарности. Надо сказать, что в меморандумах о взаимопонимании, подписанных Министерством внутренних дел нашей страны с органами внутренних дел, полиции 24 государств, определено осуществление сотрудничества по подготовке и обучению кадров. С 2024-2025 учебного года внедряются системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов внутренних дел, полиции зарубежных государств в Академии МВД. В Академии создается факультет по работе с зарубежными кадрами. Узбекистан президенты карары билен. Созданный постановлением президента Республики Узбекистан данный факультет открывает широкие возможности наряду с обучающимися в Академии из других государств и для наших студентов жандармерии и полиции Турции. Это большая возможность для использования опыта Узбекистана в сфере безопасности. Определены основные задачи факультета, среди которых в частности проведение в установленном порядке мероприятий по приему, обучению и выпуску кадров органов внутренних дел зарубежных государств, оказание всесторонней помощи задействованным в данном процессе научным и учебно-воспитательным подразделениям Академии, осуществление тесного взаимодействия с ведущими образовательными учреждениями республики, других сфер в целях совершенствования форм и технологий обучения кадров органов внутренних дел зарубежных государств. Координация качественного осуществления мероприятий межкультурного обмена между кадрами органов внутренних дел зарубежных государств и курсантами, слушателями нашей Академии, а также культурной и духовно-просветительской работы среди них. Оценка эффективности процесса обучения кадров органов внутренних дел зарубежных государств, применение новых форм межкультурного обмена и введение анализа обучения. Утверждается положение о порядке подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов внутренних дел, полиции зарубежных государств в Академии Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Предусматривается установить порядок, в соответствии с которым обучение кадров органов внутренних дел зарубежных государств в Академии организуется Министерством внутренних дел. На основании официального обращения зарубежных стран по согласованию с аппаратом Совета безопасности при президенте Республики Узбекистан и осуществляется в соответствии с заключаемыми в установленном порядке двух- и многосторонними международными договорами на безвозмездной, льготной и платной основе. Обучение по программам бакалавриата высшего образования осуществляется в рамках выделяемых академий квот, а по программам магистратуры и послевузовского образования вне квот, выделяемых академий. Обучение кадров органов внутренних дел зарубежных государств проводится в порядке, установленном для курсантов, слушателей и докторантов Академии нашей страны. До конца нынешнего года будут приняты меры по созданию при Академии учебно-методического совета в составе высококвалифицированных специалистов, ведущих зарубежных организаций высшего образования, определив в качестве основных направлений его деятельности внедрение в образовательный процесс передового зарубежного опыта и инновационных педагогических технологий. Ежегодно не менее 10 сотрудников профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава Академии будут проходить стажировку и повышать свою квалификацию в ведущих зарубежных образовательных учреждениях. Это также открывает перспективы для укрепления образовательной интеграции, взаимного обмена опытом. В настоящее время система подготовки иностранных кадров действует во многих образовательных учреждениях мира. Принимая во внимание, что Академия МВД Республики Узбекистан имеет достаточный потенциал и плодотворно сотрудничает аналогичными высшими учебными заведениями зарубежных стран, внедрение данной системы будет служить распространению отечественного опыта, дальнейшему повышению международного авторитета Академии. До 1 декабря будущего года намечается принять меры по укреплению и модернизации учебной и материально-технической базы Академии. А до 1 марта 2024 совместно с Министерством высшего образования, науки и инноваций с привлечением высококвалифицированных специалистов определено разработать учебные программы по обучению узбекскому языку кадров органов внутренних дел, полиции, зарубежных государств. Постановление президента расставляет приоритеты, придающие мощный импульс дальнейшему совершенствованию деятельности под стать обновлению страны. В ее основе незыблемые ценности, мир и спокойствие, единство, стабильность и развитие, честь и достоинство человека.